Девочки, добрый день. Мне сегодня на 2 часа идти на массажик, пойду схожу. И, наверное, в пятницу поедем в Анапу. Михалыч отвезет меня. С удовольствием поеду. 2-3 дня с тобой поживу там, сказал. Вот. И что? И что? И что, девочки, сейчас покажу. Вот так выглядит шкаф в комнате. Все я разложила, все сложила, все аккуратненько. Вчера прямо целый день. Мало места, девочки, мне мало. Еще мне мало места. Вы прямо там пишете все, куда столько одежды. Девчонки, ну мне кажется, у каждой женщины копится годами то, что вы носите. Носите. Вот это летнее лежит. Летние шорты все. Шорты, брюки летние. Это стопка футболок белые, желтые, вот этот футболок. Это стопка костюмы домашние. Это стопка тоже брюки, тоже костюмы, да, всякие. И на выход костюмы, и такие. Это платье, то, что зимой носила, дома платье. Это тоже теплое зимнее. Ну, такое, на осень. На осень. Там девочки написали, кто-то писал мне про костюмы, которые, ну, я не поняла. Пишите в директ Инстаграма мне. Вот этот костюм, по-моему, кто-то с брюками хотел, девчонки. Или вот этот. Я не поняла, какие костюмы, вот, которые я носить не буду. Ну, не знаю, что делать с ними. Пока висят. Пока висят. Рубашки отдельно. Костюм половина, футболки, рубашки. В общем, то, что мне надо, то, что надо, вот все повесило здесь. Все повесило. Так, это вот один шкаф у меня получился. С одеждой. А здесь все платья. Все платья. Отдельно повесила темное. Темное, темно-синее, черное отдельно. Висит все. Это вот летнее. Почти все летнее, девочки. Летнее. Нарядного очень мало у меня такого, что, знаете, на выход. У меня все такое, что я все ношу. А там Василек новый лежит. Василек. Может, когда-нибудь одену. Ну, вот эти платья белые, вот эти вот мне очень нравятся. Белые, вот нарядные вот эти платья. Я, помните, такое отдала девочке, ну, женщине одной. Очень просила с Дагестана. И я что-то потом увидела в Магнолии еще себе такое купила. Все равно буду куда-нибудь одевать его. В принципе, мне ничего не надо покупать. У меня все есть. На любой случай жизни можно себе что-то подобрать, выбрать. Потому что эти вещи не заношены. Раз много вещей, я уже не буду там, знаете, каждый раз в чем-нибудь новеньком все время. И не покупаю, а все есть. В общем, вот такие дела. Вот. Все повесила. Немножко плечиков еще осталось таких плотных. Ну, в общем, очень довольна этим шкафом. Вместительный, прямо все сразу теперь. Нету такого. Во-первых, все время Мася у меня залазила в тот шифонер, спала там. А здесь она уже сюда не залазит. Ну, что ты понесся за ней? Ну, что ты побежал за ней? Ну, побегай маленько, погоняйте друг друга. Погоняйте. Ой, Михалыч пришел. Там надо дверь открыть. Куда ты потащил? Я приготовила выбрать, а не все. Ну-ка, положи на место. На место положи, ходит с утра уже, блин. Пришел, дверь закрытая, дернул. Дверь открытая, дернул. Пошел, стойди. Там консьержки нет, пойду открывать. А почему он ключи с тобой не берет? Я не знаю. Схватил уже. Я сегодня решила шортики одеть. Искупалась и прямо захотелось, на улице тепло, и дома захотелось ходить в шорты, там все, не хочу ни в каких платьях ходить, обожаю дома ходить в шорты.
Девочки, такой шампунь хороший купила. А что это у меня 27 минут всего? Такой шампунь хороший купила в гримерке. Я вам показывала его уже, вот этой фирмы. Ой, вот он. Вот он. Вот этот шампунь. Слушайте, у меня не чешется с него голова. И я прямо 3 дня ходила. Обычно я голову мою каждый день. А тут я 3 дня с ним ходила. Представляете? Маску нанесла. И волосы такие пышные. Маску, а еще к маске еще и это помазала маслом. Ну, сейчас брызну немножечко. Чтобы так вот поставить чуть-чуть. А потом еще буду на улицу выходить, еще подбрызну. Мягкие, мягкие волосы, хороший прям. Очень хороший шампунь. Итак, видите, высветляться стало. Тут светлые кончики. Там потемнее немножко. И хорошо, хороший цвет. Так, электроник входит. А гномик застрял. А что случилось, гномишенька? Что случилось? А что случилось? Давай. Что случилось? Все, иди. А, далеко надо убрать. Сейчас я подожди, подтяну. О, этот вообще все чашки соберет, все соберет. Мощный. Воду разольет воду. А Тедик так смотрит на него, думает, что тут такое, да, Тедик? Вчера Теди поставила капли от блох, от клещей и масечки поставила капли. И вот заметила, что у нее с капли утром вылазит шерсть небольшими клочками. Ну надо, как без этого? Надо. Без этого никак. Девочки, ходит хозяин. Хозяин с жизни ходит. Побирается, щучью икру купила. Хотела красные икорки, нигде нету. Купила щучью икру, вкусная, но мне не нравится такая. Еще не наловили? Еще не наловили, сказали, да. Еще не было. Сегодня же, Лена, праздник. Какой? День друзей. Давай дружить. Так, что ты мне обещала? Где мои эти полотенца? Ой, да забери уже, иди. Нет, так это, что иди уже, забери. Забери, успокойся. Нет, ты же сказала, я тебе выделю. Так ты утром схватился, побежала все. Я схватил, чтобы Тедя он раскидывать начал. Не надо, Тедя раскидывал. Алёва позвонил, я побежал за телефон. Схватил все. Выбирай, нет, какие надо. Ну, ты сама мне... Это... Вот этот я оставлю себе комплект. Ага. Вот этот. А вот это вот на, забирай. Вот это? О, вот, так забирай. Мне шикарно, слушай. Да, это можно поцеловать. Твоим хватит, тебя. Твоим хватит. Дай поцелую. Каким? Ой, спасибо, ну, Леночка. Не целоваться будешь. Ой, спасибо. Не лезь ко мне. Ой, спасибо, Леночка. Спасибо. Хоть освободила место сынку. Сынок. Весь завален был. Наверное, придется сходить Ноев ковчег. А что? Ну, что-то уши прижимает. Ну, мы вчера по траве, посмотри, может, там клещ или что там. А ну-ка, проверь-ка. Поковыряй. Вдруг что-нибудь попало. Он не дает ковырять мне. Ну, а как? Он сейчас поведу в Ноев ковчег. Держи его, и все, и смотри. Видишь, он, видишь, что-то мешает ему. Тостушка. Моя тостушка. Дай посмотрю ушки. Они могут и в ухо залезть у меня. Или за ухо, или в ухо. Вы же такие падали. Тогда где ты находила эта елка Хильс? На ногах у него? Елка Хильс. Проверяю. Я вчера капли ему поставила. Ну что эти капли? Ну как? Проверяй. Мальчик. Не дается, он не дается. Че он не дается? На, не дается. Девочка, ходит хозяин. Хозяин с жизни ходит. Побирается, щучью икру купила. Хотела красные икорки, нигде нету. Купила щучью икру, вкусная, но мне не нравится такая. Еще не наловили? Еще не наловили, сказали, да. Еще не было. Сегодня же, Лена, праздник. Какой? День друзей. Давай дружить. Так, что ты мне обещала? Где мои эти полотенца?
Ой, да забери уже, иди. Нет, так это что? Иди уже, забери. Забери, успокойся. Нет, ты же сказала, я тебе выделю. Так ты утром схватил все, побежал все. Я схватил, чтоб Тедя он раскидывать начал. Не надо, Тедя раскидывал. Алёва позвонил, я побежал за телефон. Схватил все, выбирай, какие надо. Ну, ты сама мне... Вот этот я оставлю себе комплект. Вот этот. А вот это вот на, забирай. Вот это? О, так вот, мне шикарно, слушай. Да, это, можно поцеловать. Своим хватит. Дай поцелую. Каким? Ой, спасибо, Леночка. Не столоваться будешь. Ой, спасибо. Не лезь ко мне. Ой, спасибо, Леночка. Спасибо. Хоть освободила место сынку. Сынок. Весь завален был. Наверное, придется сходить Ноев ковчег. А что? Ну, что-то уши прижимает. Ну, мы вчера по траве посмотрели, может, там клещ или что там. А ну-ка, проверь-ка. Поковыряй. Вдруг что-нибудь попало. Он не дает ковырять мне. Ну, а как? Он сейчас поведу в Ноев ковчег. Держи ковчег. Его, и все, и смотри. Видишь, он, видишь, что-то мешает ему. Тостоска. Моя тостоска. Дай посмотрю ушки. Они могут в ухо залезть у меня. Или за ухо, или в ухо. Вот такие пазлы. Тогда где ты находил это? Ёлка Хильс. На ногах у него? Ёлка Хильс. Проверяю. Я вчера капли ему поставила. Ну что эти капли? Ну как? Проверяй. Мальчик. Не дается, не дается. Че он не дается? Да, не буду. Михалыч, хватит выпрашивать, сидит, поцеловать. Вчера же девчонка-то не пришла, обиделась. Вот видишь как, ты говоришь, объясни ему. Я как, что, Крошка сын к отцу пришел и спросила Крока, что такое хорошо, что такое плохо. Если мальчик захотел спросить, боится, это вовсе, мой сынок вовсе не годится. Если девочка раз пять думает, гадает, дать мальчишке, не дать, плохо поступает. Видишь как, ну что, он не стал с ней общаться, и все, и девка пропала. Если она ему не нравится, вы что? Все, не нравится ему, да? Это ты бегаешь, блядь, тебе нравится, не нравится, тебе без разницы где. А после бутылки водки все одинаковые, все красивые. Ну да. Все. Ой, Теденька. Смотри, вон что-то надо ему смотреть. Банку открывает, икру надо. Смотри, мальчик. Мальчик, хулиганчик ты, мальчик, хулиганчик. Смотри. Ой, мальчишка умный. Ой, умный мальчишка. Дайте хоть что-нибудь, а. Дайте хоть что-нибудь. На крышку, он играй крышкой. Где у тебя крышка, на? Ну что ты думаешь? Да встань ты, пожалуйста, ну что, ну дело не было натвори. Сегодня... Михалыч, мне нравится, когда ты, тебя вообще тебе нету. Лучше не. Ну не вообще не ходи, что ты ходишь все время? Что надо тебе? Я тебе стихи рассказываю. Не надо, мне нужны мне твои стихи, мне не интересно. Чтоб ты задумалась. Неинтересно мне. Дело было к вечеру, делать было нечего. Вот придет с утра, блядь, а потом все, а потом. Дырка свись потом. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам. Есть, я живая, не живая. Сегодня так ты упала сегодня. Подскользнулась сегодня. Тедя мокрый был, подскользнулась вон на полу. И так на руку, да ладно, хоть перевернулась на спину получилось, как-то сгруппировалась. А то бы ее об косяк и голову разбила. И все, и лежала бы, истекала бы кровью. И дверь закрыта была. Ты дверь-то не закрывай хоть. Или мне ключи дай. На этот. Я что буду бегать по квартире из ванной, вышла голая, буду с открытой дверью сидеть? Давай что ли? Мне ключ, не тогда, надо, чтобы да, я все. Открывал, закрывал. Хватит уже этих ключей по всей вон. А так вот и все, и люди же что, погибают так? Ну, ты погибают не шути, так. Примеров много. Вот набирай скатерти побольше, пригодятся. Зачем? В жизни. Зачем, Лена, ты что? Ой, как любит хапать все, а. Ай, как любит хапать все, ой, слушайте. Всю ой, жизнь было, ой. Покупала одежду ему, висела в шкафах, ничего не носил. Так, одни надо... штаны оденет, одну рубашку оденет, все, и ходил, и когда стирал. Когда ты одевать меня поедешь? А сейчас, смотрите, полные шифонеры, и все хапает, и хапает, и хапает. Какой-то ненасытный, ничего не надо было. Когда ты меня надо? Одевать поедешь? А нахуя это надо? Что не скажешь, Сережа, ну, давай. Не матерись. А нафига это надо? Не матерись. С матом не все, да. Не надо. А сейчас все стало надо, все надо стало. Какая-то ненасытная морда. Надо Михалыча приодеть, наверное. Красота. Я вообще не собираюсь деньги на острый. Нафиг вам нужно. Перебьетесь. Ничего себе за разговор. У вас полные шкафы, что как и приодеть тебя. Что тебе надо? Вот что тебе надо? Что тебе опять надо? Башмачки. Какие тебе башмачки? А вот такие.
У тебя синие новые лежат, вон, натуральная кожа. Не, у меня вот такие летние легкие, которых я... Знаешь что, мы их покупали, они стоили, между прочим, приличные деньги. Сколько? Сережа, будешь носить? Буду носить. Лежат, 5 лет уже лежат. Я это, по-другому говорю. Такие легкие вот. А, все, на, пенсию получаешь, иди покупай, что хочешь. Есть, покупай. Почему я должна думать еще об этом? Ну, хорошо. Не надо мне наглость. Он будет пропивать это все, а я буду, я блядь, его это думать. Дело. Все, уйди, не нуди, уходи. Опять начало? Уходи. Нудишь уже опять. Ты кушала сегодня? Я кушала, иди давай, уходи. Все, да? Да ну что? Одно и то же. Приходит только, начинает. Дай, принеси, унеси. Не заводи сегодня, не заводи. Придет и начинает что-нибудь да надо. Должно быть олимпийское спокойствие рядом. Фу, у меня прям голова начинает от него болеть. Башмачки купи. Ну, башмаки стоят, блядь, 3000. Съезди с пенсии, да купи. Почему я еще должна тебе покупать? Одевать тебе. Ты что, совсем уже обнаглели? За квартиры плати, за все плачу каждый день. И все, все начинается с денег. Достали уже. Ну ты че? Жизни никакой.